Сегодня к нам приезжала артистка театра Наталья Денщикова, и из беседы с ней я поняла, что работа в театре очень интересная, и, может быть, я даже хотела бы связать свою жизнь с этим. Очень здорово, что в Кузбассе проводится международный театральный фестиваль, в котором постоянно новые постановки, всякие новые там режиссеры, актеры. Вообще очень хорошо, что это есть в Кузбассе. Я очень этому довольна. И надеюсь на то, что все это будет улучшаться, будет больше возможностей у театра. Несмотря на то, что сейчас и драматический театр идет как бы там в ремонт, все равно он в пике популярности, он интересен, дети ходят, взрослые ходят. Свои какие-то моменты тоже вносят в распространение культуры для города Прокопьевска.